Очередное заседание рабочей группы с должниками прошло в районной администрации. С начала года это уже вторая встреча в таком формате. В начале совещания была озвучена сумма, которую удалось вернуть в районный бюджет благодаря слаженной работе комиссии. По заседаниям прошлой комиссии у нас было приглашено 19 должников с суммой задолженности 137 миллионов рублей. Из них, из этих 137 миллионов, на сегодняшний день погашено 85 миллионов. Эта сумма составляет 62% общей задолженности. Но, по словам главы района, необходимо стремиться привести этот показатель к нулю. Первым был рассмотрен случай с компанией ООО «Кабели связи Эликс», долг которой составляет на сегодняшний день более 2 миллионов рублей. К сожалению, прошлый год и часть позапрошлого года, как вы все знаете, действительно был кризис, да, кризис, наверное, производства, именно касательно производства кабелей, снизилось. Мы, конечно, предпринимали все действия, чтобы задержка зарплаты не возникала, и арендные платежи, потому что мы арендуем площади. В ходе заседания неоднократно отмечалось, что такие совещания проводятся не для давления на должников, а наоборот, для совместного поиска путей выхода из сложившейся ситуации. В день встречи среди представителей компании были и такие, кто успел погасить долги перед приходом на комиссию. Мы сделали в том году поправочные декларации. Доложились налоговым инспекциям нашим федеральным органам о том, что у нас вот такая была ситуация, составили график, и в рамках этого графика живем. На заседание было приглашено 20 организаций, среди которых АО «Энергоконтракт», ООО «Уран», ЗАО «Жаворонки», ООО «Престиж». Суммарная задолженность компаний составляет порядка 92 миллионов рублей. Разброс долга от 600 тысяч рублей до 31 миллиона. Погасить все задолженности по налогам руководителям организации необходимо до 10 апреля, а до этого срока предоставить график своих предложений по разрешению кризисных ситуаций. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».